Здравствуйте, виноградари! Вы снова на канале «Виноградник за окном» и с вами Юрий Егорутин. Очень часто бывает такая ситуация у начинающих виноградарей, да и не только у начинающих, когда вдруг выясняется, что куст растет не в том месте. То ли мешает чему-то, то ли посадка была слишком загущенная, а сорт вполне достойный и не хочется его терять. И поэтому приходится такие кусты выкорчевывать. А ведь было потрачено время, и кусты уже готовы были плодоносить. Можно, конечно, пересадить такие кусты, но любая пересадка – это практически новая посадка, и все нужно начинать сначала. Но есть способ, при котором можно пересадить куст на новое место, не выкапывая его. Этот способ основан на особенности винограда образовывать корни на любых прикопанных побегах, будь то вызревших или зеленых. Конечно, для пересадки на большое расстояние этот метод не подойдет, но до 2 метров, а часто больше и не нужно, вполне подойдет. Особенно, если вы собираетесь перепланировать свой виноградник. И для примера я вам сейчас показываю вот этот куст винограда. Побег вырос длиной около 1,20 м, наверное, 1,5 м. Вызревший на всю длину, и просто представьте, что от головы этого куста, вот в эту сторону, это у вас линия ряда, растет другой куст, ну, например, на расстоянии 1,5 м. Бывает так, что особенно начинающие виноградари сажают так густо, ну, то ли от незнания, то ли чтобы больше высадить, да и сами понимаете, что когда берешься за новое дело, то, кажется, может что-то не получиться и не хочется занимать, допустим, лишнюю площадь. Поэтому такая уплотненная посадка, но вы замечаете, что у вас уже все получается, но кусты, оказывается, посажены очень густо. Расстояние между ними, к примеру, около 1,5 м. И вот как раз для этого случая и подходит мой способ. И вот для того, чтобы перепланировать ваш виноградник, вам достаточно пересадить этот куст всего лишь на 1 метр. И вот я положил там красный перчик. В этом месте нужно посадить новый куст, и тогда расстояние между вашими кустами будет около 2,5 метра в ряду. Может быть, даже больше. Но это все ориентировочные такие цифры, только для примера. И казалось бы, нужно выкопать этот куст из этого места, сделать новую лунку и посадить его на новом месте. Но, как я уже сказал, любая пересадка – это практически новая посадка. Есть другой способ, который называется катавлаком. Что мы будем делать? Мы сейчас от головы вот этого куста до нового места посадки выкопаем канавку. Глубина канавки будет такая, какая у вас принята глубина посадки саженцев. Ну, например, 40-50 сантиметров. Ее нужно делать именно вот такую глубокую, потому что там будут образовываться затем новые корни. А в новом месте посадки мы делаем тоже лунку. Ну, все готовим для как бы новой посадки. Единственное, что у нас вот здесь будет канавка. Предварительно все листья, все пасынки мы удаляем. Почки я не ослепляю, не выщипываю. Ни одна из них еще ни разу не проросла на поверхность. И укладываем вот наш этот побег уже выкопанную канавку. А самый край лозы выводим наверх и оставляем одну или две почки. Ну вот и закончилась вся операция по переносу нашего куста на новое место. Что здесь можно отметить? Вот в этом месте я установил такую шпильку, пришпилил побег к земле, чтобы он не торчал высоко. В том месте, где у меня этот побег будет уходить в землю, я установил колышек, чтобы всегда видеть и не повредить вот этот отрезок, потому что он будет находиться достаточно близко к поверхности почвы. В новой лунке установил колышек и подвязал вот таким образом мой побег. Произвел обрезку. Теперь у меня на новом месте две почки находятся ниже уровня почвы. С формировкой куста у меня теперь проблем не возникнет. На следующий год у меня здесь будет сразу 2 побега, и я начну из них уже формировать новый куст. Но при этом вся корневая будет работать на этот новый уже куст. Кроме того, вот здесь везде
по длине этого побега на каждом узлу будут образовываться новые корни. И вот такие кусты получаются очень мощными, очень хорошо плодоносят. То есть вот такая операция, даже если бы не нужно было переносить нам куст на новое место, очень полезная для куста. Что мы делаем дальше? Во-первых, можно заправить какими-то удобрениями и посадочную яму вот эту новую, и эту канавку. Это как уж будет вашей душе угодно. Минеральное удобрение, навоз, перегной, то есть так, как вы привыкли. И обязательно хороший полив. После чего засыпаем все это землей. Единственное, как я уже сказал, остается вот этот колышек, для того, чтобы мы не повредили вот этот участок. Потому что вот в таком виде, если вот старое место посадки вам не мешает, этот куст будет находиться всю свою будущую жизнь. Засыпал я землей, и, как вы можете увидеть, образовалась вот такая новая лунка с вот таким побегом по укрытию на зиму. Укрываете вот как вам удобно, так как вы привыкли, в зависимости от вашего сорта. Единственный такой нюанс, вот это место, где находилась старая корневая, вы должны помнить, что там вот есть этот побег, который уходит в землю. Его, вот это место, желательно тоже утеплять, чтобы вот здесь не вымерз вот этот побег. Вот это единственное условие для того, чтобы ваш новый куст успешно рос, успешно плодоносил и приносил вам плоды. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.